Хорошая книга и отличный фильм. Что еще нужно, чтобы интересно, а главное, с пользой провести свободный вечер? Такую возможность всем желающим предоставило Министерство по делам молодежи КЧР. Министерство по делам молодежи решило, так скажем, провести мероприятие, посвященное Дню народного единства, и провести, так скажем, просмотр коллективного фильма, после которого ребята могут подарить друг другу книги. Фильм вообще в целом направлен на то, чтобы, так скажем, подтолкнуть нашу молодежь к тому, чтобы у них появилось вот это желание читать и обмениваться книгами, которые у них есть. Это действительно полезная акция, ведь чтение расширяет словарный запас и кругозор, будет фантазию и воображение. А еще это просто хороший способ приятно провести время. Я считаю, что проводить такие мероприятия очень полезно и желательно чаще, чтобы привить чтение, любовь к чтению книг среди молодежи. Я сама любитель почитать, поэтому я, в принципе, решила, что это очень крутая акция за счет того, что каждый может получить что-то новое для чтения, если он любитель, то точно так же читать. Поэтому обмен какими-то интересными книгами, я считаю, очень хорошая акция. Для участия в акции было достаточно выполнить всего одно условие. Нужно было красиво упаковать книгу и не забыть принести ее с собой для обмена. Сама подарила дневник мага, получила цветы для Элджернона. Капитанская дочка. Подарили мне Пауло Коэльо дневник мага. Ну а после обмена книгами и небольшого их обсуждения настала очередь хорошего фильма. Картина «Общество мертвых поэтов» рассказывает, как чтение книг может изменить человека. К слову, подобные акции, направленные на популяризацию чтения среди молодежи, будут проводиться в республике регулярно. Беслан Туаршев, Назир Капушев, Архыз 24.